В селе Ношель Прилуцкого района торжественно открыли новую лыжную базу. Такого крупного спортивного объекта в населенном пункте еще не было. Но примечательно другое. Возвели здание силами активистов местного ТОСа. Они выиграли грант Минэкономразвития. Константин Куратов выехал на место. Эта лыжная база – самый крупный в истории Ношуля спортивный объект. К услугам жителей – тренажерный зал и 25 пар новых лыж. Подарок от властей республики. Ну, по размерам это все подходит, то, что надо? Размер, вот здесь более, такие, более большие размеры для подросткового возраста и более маленькие в следующем раздевалочке. Строили объект около года своими силами. Кто-то помогал заливать фундамент, кто-то возводить само здание, кто-то оттянуть проводку. Первый заместитель руководителя администрации главы Коми Анатолий Родов отметил, лыжная база – воплощение реального движения ТОСов. Это ведь не сложно, вопрос только в том, чтобы как объединиться. Вот людей на сподвигнут определенную идею. Если они сами хотят это, если они сами вместе это желают делать, они много сделают. И сказать, что может быть такое, может быть другое, они сами должны решить, что вот Ношли решили, нам нужна лыжная база. До появления базы любители лыжного спорта катались там, где позволял снежный покров. Бывало, что выходили на обочину автомобильной дороги. К открытию спортивного объекта активисты оборудовали новую трассу. Так что кататься на лыжах теперь и безопаснее, и интереснее. Любителей много, а сейчас это будет уже как центр здесь, вот, где можно зайти погреться после лыжни, пообщаться, главное. Возможно, лыжная база в Ношуле вдохновит на труды и жителей других сел муниципалитета. Ведь новый объект – еще одно доказательство того, что именно инициатива на местах позволяет сделать жизнь лучше. Константин Куратов, Евгений Ершов, Василий Янин, телеканал «Юрган», Приловский район.